Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Обливиан. Мы находимся недалеко от Лейявина. В последней серии мы помогли здесь Орчихе, рыцарю Мазоге, разобраться с убийцами ее друга. Кстати говоря, вот одна из них. Давайте мы с нее заберем серебряных стрел. Порубали всех к чертовой матери. Теперь нам нужно вернуться в город и рассказать произошедшем графу. То есть таким образом мы оказали городу серьезную услугу, разрешили серьезный конфликтный вопрос. Так, ну давайте этим и займемся. Поместимся к замку Лейявин, потому что дорога сюда была довольно продолжительной. Обратно идти той же самой дорогой смысла нет, потому что все равно никого не встретим, только время потеряем. Так, ну и что? Мазога, я так понимаю, пошла домой. А мы похвастаемся тем, что вопрос решен. И после этого, вот и Мазога. Приветствую. Что ты тут делаешь? Привет, дружище. Спасибо тебе еще раз за твою помощь. Хорошо. Какие слухи? Говорят, Бродрос из гильдии бойцов прекрасно владеет искусством ношения тяжелых доспехов. Что удивительно для лесного эльфа. Ну да, на самом деле. А что про город думаешь? Мне нравится Лейявин. Граф послал тебя помочь мне. Хм, чертовски мило. Думаю, я останусь здесь. Займусь добрыми делами. Ну хорошо. Городок... Ты настоящий друг. У меня первый друг в этой игре. Как-то мило. Короче говоря, этот город, он является таким... аналогом Соединенных Штатов в этой игре, потому что здесь интернационал. Каждой твари по паре, как говорится. У них постоянно возникают какие-то межнациональные конфликты. Хотя, в принципе, как Россия тоже. Но, короче говоря, здесь спокойно уживаются представители многих рас. У тебя есть что сообщить? Места. Надеюсь, все идет удачно. Так. Ну, разобрался я для тебя с этим делом. Удалось тебе выяснить, зачем этот орк здесь? Чтобы отомстить за убийство друга. Такая месть – благородное дело. Лейявин благодарит за верную службу. И у меня есть достойная награда за столь благородные дела. Я адресую свое предложение тебе и твоему другу. Не хотели бы вы стать странствующими рыцарями? Нормально. А что это такое? Я создал рыцарский орден Белого Жеребца. Найдите и убейте главаря бандитов Черного Лука, орка по имени Черный Бруго. Если вам будет сопутствовать успех, заслужение Лейявину, я дарую тебе и Мазоге титул странствующего рыцаря Белого Жеребца. Ух ты. Но убивать я умею. Расскажи мне про Черного Бруго. Этот Черный Бруго представляет угрозу для графства Лейявин. Его шайка называется «Бандиты Черного Лука», поскольку они пользуются черными луками. Логично, да. Найди Черного Бруго и ликвидируй его за его преступление. А я произведу вас обоих, тебя и твою подругу Мазогу, в рыцари Белого Жеребца. Как нам найти Черного Бруго? В своем темном прошлом твоя подруга Мазога, возможно, имела отношение к бандитам. Спроси ее. Какая-то морда у тебя довольно подлая. Ну ладно. Помни, наградой тебе будет рыцарский титул. Понятно. Короче говоря, как обычно, власть чужими руками загребает добро. Так, ну что, Мазога, подружка, давай расскажу тебе, что нас ждет. Как поживаешь? Нормально. Так. Привет, дружище. Не хочешь подработать? Я знаю, Бруго. Давным-давно, еще до того, как я стала сэром Мазогой, у меня были кое-какие дела с Бруго. Тут граф предложил работенку. Бруго подонок,
У него есть логово в руинах, называемых Телепе. Еженочно, между полуночью и 6 утра, он заглядывает туда, чтобы забрать свою долю. Мы же ведь друзья, правда? Мы убьем черного Бруга и станем рыцарями. Я буду ждать здесь, пока ты не попросишь меня пойти вместе с тобой. Хорошо. Так, ну я думаю, мы с тобой этим попозже займемся. Никуда он не убежит. Сейчас мне нужно убивать людей. Так что подожди меня здесь. Все-таки задание Люсьена Лашанса, оно главнее будет, верно? Поэтому давайте-ка мы... Так, карта. Кто у нас тут ближе всего находится? Нам нужно от этого лагеря, от скалы рыбака, будет добраться до таверны, которую держит один из братьев Драконис. После этого надо будет еще к пещере. Тенгриф. И тут очень вовремя к пещере пропутешествовать, которая находится тоже где-то здесь. Ну ладно, потом посмотрим. В общем, 2 брата уже убито. 2 брата осталось и 1 сестренка. А вернее, убито 1 брат, 1 сестра. Нормально. Маленько отвлеклись от убийств на что-то более позитивное, доброе. Это хорошо, чтобы не зачерстветь. Хотя куда уж нам, верно? Наш персонаж, по-моему, хуже чем только не занимался. Кого только не убивал. Что в этой части, что в другой. Так, ладно, туда не заходим пока. Мало ли, что там нас может ждать. Таверна, я так понял, стоит вообще в глуши какой-то, что ли? Какой в этом смысл? Кто туда заходит? Ты не гривчик. Самая крутая лошадь. Как будто соткан из тьмы. Так, хорошо, почти приехали. Я надеюсь, он сам хотя бы в состоянии объяснить, зачем размещать таверну в такой глуши. Хотя, может, тут темный народ какой-то собирается. Так, ладно, жди меня тут. Смотри, ветрище какое, да? Так, что-то промахнулся. Посмотрим, что ж ты тут делаешь-то, оглуши-то такой. О, вот это плохо. Что такое, гражданин? Тебе не пора домой, я не знаю, там куда-нибудь. Андреас? Ищешь комнату? Ничего не говорить. Ну ладно, тогда... Вижу, ты не хочешь говорить. Я уважаю это твое желание. Если тебе что-то понадобится, просто дай мне знать. Да хорошо. Тебе не помешают добрая еда и хорошая выпивка. Так, ну окей. В следующий раз зайди куда-нибудь еще, ладно, в таверну «Дурное знамение», отель «Тайбер Септим», например. Только не сюда, хорошо? Ты-то уйдешь отсюда, нет вообще, солдат? Тебе в дорогу, наверное, пора. Дела не ждут, м? Твою мать, угораздило же, а? Так, ну, подождем, не знаю, час. Стоит, бухает. Еще час подождем. Отлично время проводим. Весело, главное. Да ты, елки-палки. Может, хотя бы хозяин спать пойдет. Да. Отлично просто. Так, время 12:30. Ночи, но наконец-то зашевелились.
Ну, по крайней мере, шаг один сделал. Я скоро голодать уже начну. Приветствую! Какая встреча! Как дела? Что интересно? Глазище, конечно. Пару дней назад мне повстречался грязевой краб. Чисто вампирские такие. Гадкое создание. По крайней мере, они медлительные и не очень умные. Однако клешни у них очень острые. Так, ну что, пока делать сегодня нечего, давайте поедим рулетики. Почему бы нет? Это мне просто... О, земляника, кстати говоря. Мне просто скучно становится. До свидания. Пока. Все, уходи уже, ну. Да. Уходить никто не собирается. С другой стороны, я могу его внезапно огорошить выстрелом в лоб. Может быть, даже никто и не увидит. Так, ты где там? Отлично. Только я отвернулся, так он на боковую. Ну? Да что ж ты... О, какой же ты, блин, душный ты парень. Ну да. Я бы с него мог покушать, если бы не вот этот. Так, ну что, давайте попробуем грохнуть уж. Раз такие дела. Никто ничего не увидел. Отлично. Уходи. Ну. Блин, это, по-моему, самый тупой охранник вообще есть. О, наверх пошел. Так слушайте, может мы... Давайте-ка мы загрузимся. Раз такое дело. Сейчас он пойдет туда наверх. Мы сможем попитаться с этого засранца. А потом уже убить его. Потому что у меня сейчас голодуха начнется. Вот так вот. Вполне себе неплохо. Я уже сейчас могу покушать. Он не увидит. Стой! Да, блин, стой! Что ж ты... О, хорошо. Да. Подождем чуть-чуть тогда, ладно. Так, ну... Что такое, гражданин? Да ничего, я тут просто сижу, отдыхаю. Иди давай спи. Самый тупой охранник в истории серии. Это просто обалдеть. Вот я не знаю, но это ненормально же. Давай, постой, теперь уходи туда, наверх. Это типа ничего не происходит. Совершенно не вызываю подозрений. Все нормально. Ох, нелегкая наша доля, с чем приходится сталкиваться. А, что ж такое-то? Я просто хочу уже убить этого охранника. Иди наверх, пожалуйста. Ты же только что прекрасно это делал два раза. Вот, молодец. Иди, иди, пожалуйста. Так, а сейчас он увидит, нет? Ты не можешь решить... Да что ж такое, ты посмотри, как он видит это вообще. Ладно, короче, ну тебя нафиг. Все, меня все достало, я ухожу отсюда. Прости, но было весело. Иди с дороги, скотина, ты меня просто вывел. Так, ну ладно. Теперь, что дальше? Это же офигеть просто, ну, как так можно? Вот сейчас у меня скоро голод начнется, я так понимаю.
Так, следующий в роду. Кто там еще у нас остался? Я сейчас тут. Мне нужно как-то переместиться вот сюда. Я даже не знаю, откуда ближе будет. Наверное, из Чейдинхолла. Давайте так сделаем. Поскачем просто на юг. Посмотрим, что нас тут будет ждать. По сути, здесь все достаточно просто было бы, если бы тут, похоже, случайным образом не появился этот стражник. Вообще непонятно, откуда он тут взялся. Но серьезно нам затруднил выполнение этого квеста. Так, ну ладно, поскакали из Чейдинхолла. Мы тут, кстати, еще ни разу не были. Да, все-таки мир Обливиан, он красивый, но при этом такой, как-то, как это сказать, да, картонный насквозь, в отличие от того же Скайрима. В Скайриме мир гораздо более крутой, вот над чем поработали, над тем поработали. И даже в более ранних их играх, до Скайрима вышедших, но после Обливиана, скажем, Fallout 3 там, мир тоже гораздо более живой, отзывчивый, интересный, чем в Обливиане. Но, с другой стороны, квесты тут пока что, на мой взгляд, вообще самые лучшие. Так, хорошо. Скачем по каким-то кручам. Что, долго? О, почти прискакали. Это здесь у нас дикая водится, которая живет со зверями и ходит практически голая. Так, это что там? Что это было? Свинья, похоже, была. Неважно. Пещера «Грязная долина». Хорошо. Где же ты тут? Вот опять же про то, хуй твою мать, откуда ты тут взялся-то? Что-то я завтыкал, стоило на секунду отвернуться и понеслось. Да. Не порвал. Блин, на полсекунды отвлекся и смотрю, на меня уже просто товарняк летит какой-то. Это просто изумительно. Надо повнимательнее быть. Так, пойдет. Поменяем. Давайте еще раз. Так. Вот так. Все, теперь можно поменять на зрение охотника. Крыса? Похоже, что крыса. Не разглядеть. Ну да, крыса. Так, ну и где же ты тут у нас? Дикая женщина. Похоже, что вот в этом зале. Сколько с ней тут всякого. Обалдеть. Так, хорошая ли это идея? Там что, двое людей, что ли? Или нет? А вон она, все понятно. В общем, план какой? Я сейчас убиваю ее, после этого в темпе ломлюсь
на выход от всей этой толпы. Это будет проще, чем разбираться со всеми. Блин, живая, что ли? Вот это вообще плохо. Все члены семейства драконисов мертвы. Нужно взять свою награду и следующий контракт в тайнике в каменном колодце во дворе замка Скинград. Самое главное то, что нужно, это нужно убежать теперь отсюда. Так, все, убейте друг друга. Офигеть, сколько у вас там. Обалдеть. Интересно, вот смотри, какой здоровый. Интересно, они за мной погонятся по полянам? Да по взгорьям. Так, тихо, спокойно, Хрюша. Не волнуйся, все будет нормально. Оп, уходим. Кто меня видит? Неважно, валим. Возможно, это баг, потому что меня сейчас никто не может видеть. А нет, все нормально. Фу, так, задание выполнено. Всех порешили. Теперь можно возвращаться в Лейевин. Продолжать. Короче говоря, попробовать стать рыцарем, что ли. Только сначала надо будет там покормиться. Надо вспомнить, где там этот дом охотника. Потому что там дверь уже закрытыми не держит. Это где-то вот тут. А, вот она. Понятно. И вот этот. Давайте в этот вломимся. Я не помню, какой из них мы уже открывали. Давайте, пусть будет этот. Какие проблемы-то? Мычек мало, конечно, как обычно. Я с ними всегда проблемы. Но не в этот раз. Хорошо, хоть тут нормально покушаем, я так понимаю. Блин, хозяев нет дома, да что ж такое? Что ж мне с этим не везет постоянно? Сколько времени вообще? 11 вечера, 12 час. Хозяев дома нет. Просто бардак какой-то. Ну, пойдем сюда тогда, я не знаю, почему бы нет. Первый готов. Второй готов. Так, сохранимся. Посмотрим, есть кто дома. Спят, спят родимые, отлично. С вас я и кушал в свое время. Готово. Так, ну и давайте с Мазогой поговорим. Дождик опять сейчас будет. Дождливо тут, да? Стали она прямо идет. Надеюсь, она там спать не пошла, потому что ищи ее потом. Нет. Ждет меня, караулит. Здравствуй. Не пора ли нам заняться черным Бругу? Я готова следовать за тобой. Пора. Пойдем со мной. Пошли. Так, это будет у нас...
недалеко, кстати говоря. О, дождь-то какой противный. Я так понимаю, что она мне все портит. Приветствую, гражданин. Здорово. Она мне все портить будет. Ее заметно за версту. И звук от нее тоже такой. Как, я не знаю, в консервной банке. Алло. Хоть обманывать меня. Так, ладно, давай на выход. Где у нас тут? Через ворота. Здравствуй. Здравствуй. Добрый вечер. Добрый некуда. Кто помог? Иди работай. Так, ладно. Я думал, сейчас придется довольно далеко переться. Оно прям тут недалеко. Так, ты кто? Искатель приключений. Приветствую. Удели мне минутку своего времени. А, вероятно, ты сможешь помочь мне. Меня интересуют здешние торговцы с кумой. А что тебя интересует именно? Небольшая группа торговцев с кумой, возглавляемая Данмером по имени Кулиус Лонава, засела в поселении Грейланд. Это вверх по дороге. Я пытаюсь поймать Лонава уже несколько месяцев, но каждый раз, как я приближаюсь к его логову, часовые замечают меня, и он исчезает. Мне нужно, чтобы кто-то остановил этих подонков. Неважно, что для этого придется сделать. Мы должны покончить с продажей отравы на наших улицах. Принеси мне кольцо Лонава в качестве доказательства того, что он... что с ним покончено. И я выдам тебе вознаграждение, назначенное за его голову. Сколько это? 50 септимов? Ну, займемся. Будь настороже. Это, я думаю, будет интересно. Вот этот Грейланд. Сначала мы пойдем сюда. Это змея. Наркоторговцев надо вешать на каждых столбах, которые есть в округе. О, смотри. Это что? Это что за рапторы? Это что такое вообще? Кто такие? Офигеть. Сейчас что-то будет. Или это в порядке вещей здесь? Ну-ка, дай тебя потрогать. Ой, твою мать, нет, это не в порядке. Давай, работай. Ну да, потому что он меня бьет. Отвяжись от меня, блин, ёлки-палки. Не ушел. Да. Замечательно так. Поговорили. Так, отлично. Ну и что это? Мы что, даже не питались, что ли? Да. У меня же было быстрое сохранение только недавно. Почему это происходит, я не понимаю. Хорошо, давайте по-новому возьмем этот квест. В следующий раз уже, что ли, пойдем? В следующей серии, я думаю, пойдем и разберемся со всем этим. Довольно интересные квесты в этом городе, насколько я вижу. Лейвин пока что радует больше, чем Корал. Похоже, проныр. Но в целом, каждый город по-своему уникален, и в каждом что-то интересное происходит, отличное от других. И это, на мой взгляд, крайне неплохо. Но давайте завершим на этом, наверное. В следующей серии пойдем уже посмотрим, что это за ящеры там такие. Ну и выполним наше задание. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.